вот мы зашли в отель, видите, он насквозь такой, вот прям туда, бабах, вот туда, бум-бум-бум-бум-бум, и там уже вот и океан, и все остальное. Живые цветы стоят, знаете, красиво. И тут люди ждут, кто выписывается, кто прописывается, там магазинчики. Так в целом тут мило. Вот над головой меня, смотрите, что творится. Так. Да. А вот там у нас справа фронт-деск. И Светлана с ними там беседует по поводу переезда на 6-й этаж. Вот. Здесь же работают всякие, как сказать, советники по туризму, там экскурсии продают. Вот они, смотрите. Вот за этими столиками, вот, значит, рентовка автомобилей, вот там машинка, которая кеш выдает. И вот, собственно, и все на эту сторону. Сейчас утро, и тут в поле как бы народу немного, и они не по части напитков. Но вообще вот это место тоже здесь наливают. Наливают бесплатно всего, чего там у них в репертуаре есть. И, ну, там доллар даешь за услуги, там можешь не давать, дело такое. Но принято давать, чтобы люди старались. Вот они, будни мексиканских курортов. Народ лежит. На солнышке жарко здесь лежать, честно. Тут надо, конечно, в тени быть. Хотя некоторые умудряются и на солнышке, но я бы сказал, что, конечно, жарко. А мы со Светланой так примостились в тени. Вот такого навеса. Тут, видите, напитки, обслуживание на ходу, ходит голый народ. Надо сказать, что таких звонких, стройных мальчиков и девочек здесь особо не видать. Ну, качки бывают. А так, в основном, народ в теле. Вот, пожалуйста. Это еще худенькие. Хотя, надо сказать, что у бассейна больше народу. Уж не знаю почему. Как бы мелко, волны нет. С детками хорошо. Вот они там катаются, смотрите, как. Оп. Даже волейбол там играют. Но курорты бывает стрёмно снимать. Музыка какая-нибудь там в репродукторах. И вот потом YouTube с претензиями. Я просто хотел показать, что красиво. А вот посмотрите, пальма. А там у нее висят такие, ну, назовем условно, плоды. Вообще, иногда интересно так бывает. Неожиданно, значит, ствол, и тут от него такое отходит, то, может, привили чего на пальму-то. Это пивуны местные, певучие такие птички. Проверяю, она норовит из тарелки чипсы там раз и улетела. Мы, друзья, видим американскую девочку Сашу, которая пьет сок. Из чего у тебя сок, Саша? Клубники. Клубники. А у меня что, знаешь, как называется? Называется пинаколада. Сейчас мы будем пинаколаду. Нам еще орешков обещали, между прочим. Правда, Саша? Нам обещали орешков, но не дали. Давайте посмотрим на антураж, в котором мы находимся. Вот.
девушки тут обслуживают.